Здравствуйте, с вами магазин База от Азбука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании InfoLight Show Me на цоколь H1, температура свечения 5000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной коробке компании InfoLight. И давайте рассмотрим его комплектацию. В комплекте идет оригинальный гарантийный талон. Монтажный комплект имеется также для закрепления блоков розжига в подкапотном пространстве автомобиля. Два двухсторонних скотча и стяжки. Ксеноновые лампы, две штучки, мощностью 35 Вт. Они идут в защитных колбах для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются лампы на питание 12 Вт через вот такие вот два провода. И к каждой лампе еще подсоединяется блок розжига, потому что без блока розжига лампы не будут работать. Блоком розжига ведут три коннектора, вот такие вот. Каким именно образом они подключаются далее, мы обязательно посмотрим. Так, два блока розжига. Блоки розжига большого размера, стандартные, вот такие вот балласты, выполнены из металла, то есть корпус у них металлический, герметично заклеенные, полностью пыли, влага защищенные. Мощность у них такая же, как и у ламп, 35 Вт. Так, сейчас мы одну лампу, один блок между собой подсоединим. Так, сначала широкий разъем подключаем и два небольших, вот такие вот. Разъемы индивидуально подходят друг к другу, то есть перепутать будет очень сложно. Так, ну и осталось только питание подключить. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ну, конечно, ксеноновые лампы все очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно корректировать фары. Особенно в том случае нужно это делать, если у вас фара без линзы. То есть, чтобы правильно, четко выставить светотеневую границу, чтобы не слепить встречные автомобили. Температура свечения заявленная 5000 кельвинов. В принципе, она такова и есть, как мы видим. Световой поток идет чисто белого цвета. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.